УМВД России по Центральному району отчиталось о проделанной работе. За 2016 год на территории сердца северной столицы произошло более 3500 преступлений. Основными преступлениями по-прежнему остаются кражи, карманы и автоугоны, разбойные нападения, а также тяжкие и особо тяжкие. По словам полицейских, это связано с ухудшением экономической ситуации в стране и безработицей. Но, несмотря на это, их число заметно сократилось, а вот процент раскрываемости вырос до 3,5. Также полицейские Центрального обеспечивали безопасность на массовых мероприятиях районного, городского и международного уровней. Их за последние 12 месяцев в районе прошло порядка 3000. Год был не из легких, с учетом того, что в прошлом году у нас проходил чемпионат мира по хоккею, и на нашей территории, на Конюшенной площади, находилась фан-зона. Естественно, на нас возложены обязанности по обеспечению охраны общественного порядка. Заметно сократилось в 2016 году количество ДТП, ровно как и число погибших и пострадавших. Фактов детской смертности вовсе не зарегистрировано. Этому способствует большая пропагандистская работа, которую ведут дорожные полицейские со школьниками, пешеходами и водителями. По традиции, в конце отчета начальнику УМВД по Центральному району Анатолий Станок вручил грамоты отличившимся сотрудникам, а также погоны очередных воинских званий.